Солигорском районе активно продолжается работа по предупреждению социального иждивенчества. На территории района регулярно работают комиссии по трудоустройству незанятых в экономике граждан. Так, очередное заседание прошло на базе Чижевичского селисполкома. Среди членов комиссии – представители здравоохранения, правоохранительных органов и депутатского корпуса во главе с его председателем Аллой Калеевой. Безработные смогли получить исчерпывающую информацию о свободных рабочих местах и условиях трудоустройства на территории района. Комиссия разбилась на две части, можно так сказать. Проводится в Солигорском исполкоме и проводится выездная комиссия в Чижевичском сельском исполкоме. На комиссию сегодня, по моим сведениям, записалось порядка 22 человек. Вообще 1107 вакансий, это по Солигорску и Солигорскому району. Сельскому совету, в котором мы сегодня проводим, где-то, наверное, около 15 вакансий. На территории Солигорского района свободных вакансий достаточно, поэтому на выбор каждому безработному предлагали несколько рабочих мест. Граждане, которые смогли остановить свой выбор на одной из вакансий, тут же получали направление на работу. На предприятии для прохождения собеседования их будут ждать в течение нескольких дней. Стоит напомнить, что со следующего года трудоспособные неработающие граждане будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости.